Любезная калмычка, чуть-чуть назло моих затей меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узкие, и плосок нос, и лоб широк. Ты не лепечешь по-французски, ты шелком не сжимаешь ног, по-английски пред самоваром узором хлеба не крошишь, не восхищаешься сенмаром, слегка Шекспира не ценишь. Не погружаешься в мечтанье, когда нет смысли в голове, не распеваешь ма до ве, галоп не прыгаешь в собрание. Что нужды? Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали твой взор и дикая краса. Друзья, не все ли одно и то же, забыться праздной душой в блестящей зале, в модной ложе, или в кибитке кочевой. На днях посетил я калмыцкую кибитку, клетчатый плетень, обтянутый войлоком. Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посередине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, с собой очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» «Сколько тебе лет?» 10,8. «Что ты шьешь?» «Портка». «Кому?» «Тебя». Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. «Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины. Я был и тому рад». Калмыцкое кокетство испугало меня. Поскорее выбросил из кибитки и поехал от степной Цирцеи. Автобус «Волгоград и Листа» за 4 часа доставил нас в нынешнюю столицу Калмыцкой республики. В салоне жарко, за окном пусто, калмыцкие попутчики молчаливы, а в голове вопросы. Всего полчаса было у Пушкина для встречи с любезной калмычкой, ее семейством, кибиткой и кухней. Всего полчаса, чтобы отведать трубку, чая с бараниной, заесть отвращение кобылятины и испытать калмыцкое кокетство. Но этого получаса хватило, чтобы откликнуться и прозой, и восхвалением калмыцкой Цирцеи, и, наконец, в итоговом своем памятнике помянуть друга степей как неизменную часть Руси Великой. И нам всем следовало бы в меру сил своих присмотреться к истории единственного в Европе народа желтой расы, недавно еще буддистской веры, кочевого быта и родового строя, чтобы найти великую духом Калмыкию, без которой невозможна свободная Россия. Поэт был прав, и калмыки сегодня чтят его память, помнят все его строки о себе. Вывести они и в музее, и на улице. Получится ли что-то у нас? С этой мыслью мы и стремились к Листе и к ее музею. Начало было, правда, неважное. Какое-то небольшое одноэтажное строение во дворе новых домов, столь невзрачное, что даже слайд не получился, оно и оказалось республиканским музеем истории быта.
Его убогое содержание почти полностью свелось к нынешним успехам калмыцкого социализма. И ни слова о ссылке и полууничтожении в сталинское время. Но было и счастье. Молодая калмычка-сотрудница повела нас по выставке, на которой им наконец-то удалось показать святыни своей буддийской веры. Правда, под антирелигиозными названиями. Но каким энтузиазмом горели ее глаза! И какая радость была иметь возможность учить русских передавать им опыт и веру своего народа! И как было нам стыдно за их музейную зажатость! Ведь не без воли Москвы царят здесь и антирелигиозные названия, и молчание о страшной ссылке. Теперь у нас есть книги, старые и новые. И есть сердечная обязанность, память о той давней моей встрече с пожилой калмычкой у храма Хурула на берегу Волги. По Волге-то мы и поплывем в своем путешествии в счастливую страну лотоса и бумбы. Купание у мамы в Волгограде, купание в Волжской водичке, детки и Галя, а через день приедет и Тёма, и мы все будем вместе. Сейчас я смотрю на этот кадр, на еще детское личико Гали с умилением и осознанием тогдашнего и минувшего счастья, когда все дети были рядом. И были еще маленькими. И Волгоград был с мамой и родным домом. И еще в то лето у нас состоялось первое с детками, которым исполнилось по 4 года, путешествие. Первое и, кстати, единственное путешествие вшестером. Пароходом вниз по Волге к Астрахани и дальше в Дельту. А мимо плыли белые красавцы-пароходы. Мы тоже плыли на красавце под названием «Спартак». Не таком, конечно, древнем, как этот ковчег, но тоже дореволюционной постройки, названным при рождении в честь царской дочери святой Татьяны. Может, как раз той, в чьем молитвеннике были вложены ее стихи про охранников и убийц. Господи, прости нашим врагам! Господи, прими их в объятия и нам прости. Пароход у нас шикарный, особенно в своих первых классах, просторный и полупустынный. Мы чувствовали себя почти в музее. Хотя из экспонатов на стене висели только слова про участие святой Татьяны в составе Красной Волжской флотилии Раскольникова. Аня и Алеша носились по всему обширному корабельному пространству, что на свете доставляло немало хлопот, зато Галя быстро подружилась с кают-компанией с детьми отдыхающих. Ее фортепиано разучивало песни и сценки. Ей, наверное, было здесь очень уютно. В аристократизм Спартака она вписалась всех естественнее. Если Тёма, он в желтой рубашке, постоянно снимал волжские берега и пароходы, то меня больше интриговали калмыцкие попутчики. Пожалуй, главный пассажир на «Спартаке», если не считать, конечно, верхнепалубных туристов-аристократов, уже оплативших проезд и питание от Москвы до Астрахани и обратно. Меня влекли эти дети сосланного народа, пережившего страшную ссылку, праправнуки тех калмыков, о которых Пушкин отзывался в своей истории Пугачева. По необозримым степям астраханским и саратовским кочевали мирные калмыки. В начале 17-го столетия ушедшие от границ Китая под покровительство белого царя.
С тех пор они верно служили России, охраняя южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их простотой и отдаленностью от средоточия правления, начало ли их угнетать. Жалобы всего смирного и доброго народа не доходили до высшего начальства. Выведенные из терпения, они решили оставить Россию и тайно снеслись с китайским правительством. Не возбуждая подозрений, прикочевали к самому берегу Волги, и вдруг в числе 30 тысяч кибиток потянулись по Киргизской степи к пределам прежнего отечества. Правительство спешило удержать неожиданный побег. Яицкому войску велено было выступить в погоню, но казаки не послушались. В немногих и, может, даже наивных добросердечных словах Пушкин описывает одну из самых драматичных и поворотных страниц калмыцкой истории. Этот исход был страшным. Из 170 тысяч человек добралось по пустыням среди врагов до китайских пределов всего 70, меньше половины. Остальные погибли от мщения башкир и казахских набегов. Только 5 тысяч кибиток, 12 тысяч человек не смогли убежать, остановленные разливом Волги. И потом многие года их не пускали на левобережье из-за опасения новых побегов. В такой-то полусвободе, полузаключении и выросли сегодняшние 120 тысяч калмыков. После революции они получили автономию и даже республику. И, как до войны говорили, «Цвети, расцветай, советская Калмыкия!» Но в 43-м году, сразу после изгнания немцев, сокрушительный же удар по калмыкам последовал от своих. Отряды НКВД выселили весь калмыцкий народ на восток, уже не в китайскую, а в сибирскую ссылку. За калмыками последовали народы Кавказа, очищая свои родовые земли для русских и иных поселенцев. И снова, как 170 лет назад, массовые гибели и скорбь сопровождали эти переселения народов, мало чем отличимые от геноцида, которым как будто бы мы заразились от самих немцев. И только разоблачение культа личности, пусть половинчатое раскрытие его преступлений, позволило калмыкам вернуться и восстановить республику, хотя далеко не в прежних размерах. Бесконечные водные просторы Нижней Волги сливаются с горизонтом ее пустынные берега. Самый могучий нижний ствол нашей величайшей реки, вобравший в себя воду с огромной части России, чтобы через свое прямое продолжение Каспийское море донести ее до берегов Персии и индийских пределов. И как подстать эта мощь и дальнодействие поэтическим строчкам про Сеньку Разина, ставшим народной песней «Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река». В них и очевидная правда, и сугубая ложь. Ведь разве эти степные, кочевые, чужие нам берега сходны с образом Руси? И разве не нанизаны на Волгу, начиная с Горького, автономные республики с исконными неславянскими народами? И разве к этим водам не подступают вплотную исламский Казахстан с востока и Калмыкия с запада? Да, но зато и сама Волга была в веках главным путем для воинских русских отрядов. Главной скрепой Евроазиатской империи, всех ее народов. И потому лучше бы считать Волгу не русской, а российской рекой, понимая под словом «Россия» не только славянскую Русь, а множество народов, не умирающих, не ассимилирующих, а расцветающих и развивающих собой общую российскую культуру. Волжский синтез народов как раз и должен дать нам пример образования истинной России. Именно мы сами, русские, прежде всего заинтересованы в том, чтобы Поволжская Калмыкия не урезалась ни физически, ни духовно. От этого зависит будущее российского разнообразия и, значит, наше общее существование.
Но пока еще тянутся волжские низкие берега на пути к Астрахани, пока есть у нас еще время, почитаем про Гауза, про Волгу, про то, как древние греки звали ее по-египетски величественно Ра, византийцы и арабы Итит. А само название Волга производит от финского корня «святая вода» или от древнеболгарского «болгар», «волгай». Последнему верится больше. На Волге, рядом с нынешней Астраханью, 1000 лет назад стояла столица хазарского каганата – Итиль, первой империи на территории нынешней России, первого ее предка. И можно даже сказать, первой Москвой. Эта империя на Волге была разношерстным торговым и кочевым Вавилоном, объединяя массу народов и вер. Царь Каган вместе с парфиродными боярами держался иудейской веры, но среди остальных подданных были еще и язычники, и мусульмане, и христиане, и все со своими судьями и управителями. Долго и успешно управляли со своей Волги надменные хазарские каганы, и Кавказом, и Крымом, и русскими, и болгарами, но все же были непрочны, и погибла Хазария, сметена была восстанием русского князя Святослава. Правда, через 3 века империя воскресла в Золотой Орде. Если на одной из волжских пристаней пересесть на местную ракету, то боковыми протоками можно добраться до Селитриного на берегу Ахтубы. В этом лесочке, удалившись на километр от села, мы поставили на 2 дня свою палатку, чтобы испытать летний отдых на Ахтубе, про которую много слышали. Но Селитриное не только село пристани. Это огромная территория в 12 верст, засыпанной столицей Сарай-Бату, или правильный Сарай-Ал-Махруса, который раскапывают уже много десятилетий или даже столетий, если начинать от простых грабителей могил. Раскапывали и на наших глазах археологи соседнего лагеря, а потом закапывали для сохранения. Их руководитель с увлечением рассказывал студентам, а я повторила своим, про громадность этого города, про рекордные сроки его воздвижения между 1242 и 1254 годами. Строили и сам Баты, и брат его Берке, центром Европы и Средней Азии. Сначала привычно используя китайский строительный опыт и умения, а потом силу и умение тысяч и тысяч согнанных сюда с покоренных земель. Это был великолепный город Синтез. Отойдя от небольших квадратов раскопов, мы видим сейчас лишь унылые бугры или даже просто пустыню, равномерно усыпанную осколками поливной керамики, которые украшали здания столичной знати и храмы. В отвалах керамики, которые археологи после раскопок за ненадобностью сваливают в бесхозные кучи, хотя на словах гордятся ее великолепием и оригинальностью, мы выбрали образцы на память. И какая странная очередность в сменах этих имперских столиц. С юга на север, но все по Волге, от хазарского Итиля, потом севернее к монгольскому Сарай-Бату, потом еще выше к Сарай-Берке у нынешнего Волгограда, и еще дальше по Волге к татаро-булгарской Казани, чтобы в результате успокоиться надолго, а может и навсегда, в русской Москве близ Верхней Волги. Как объяснить эту закономерность?
1330 году харизмеец Ал-Амари писал про сарай. Это город великий, заключающий в себе рынки, бани и заведения благочиния, места, куда направляются товары. Посредине его пруд с водой из реки и большой дворец хана, на верхушке которого большое золотое новолуние. Вокруг него дворцы эмиров, стены которых сверкают майоликой. Одних соборных мечетей 13. Араб Ибн Батута в 1333 году сообщил, город-сарай – один из красивейших городов, достигающий чрезвычайной величины, на ровной земле, переполненной людьми, красивыми базарами и широкими улицами. В нем живут разные народы, как-то монголы – это настоящие жители страны, владыки ее. Некоторые из них – мусульмане. Асы-мусульмане, кыпчаки, черкесы, русские византийцы, которые христиане. Каждый народ живет в своем районе отдельно, там и базары их. Особенно велика была сарай-колония русских, что даже учреждена была сарайская епархия и, конечно же, православные храмы. Полтора столетия здесь решались русские дела. Приезжали за властью или гибелью великие князья. Здесь была первая для русских царская столица. И столь велик был уважительный страх русских, что только Иван IV посмел назвать себя татарским титулом «царь». А сейчас ничего, пусто. И только на горизонте невысокие памятники, которые оказываются при приближении обычными мазарами современных казахов. Чем больше расстраивался огромный и великолепный сарай Бату, тем больше слабела золотоордынская власть. И потому и погиб он в раз от одного черного похода Тамерлана в 1395 году. Сам город и его жители были уничтожены неожиданно, поголовно, во дворах, на улицах, в домах. Ну где же хотя бы развалины былой огромной столицы? Куда делись хотя бы камни? Отгадку дают московские архивы. Когда в XVI веке русские завоевали Астрахань и начали строить крепость, они разбирали здание сарай-бату на кирпич. Именно в Астраханский Кремль и дома был превращен сарай-бату. Да, Лили права. Орды Тамерлана разрушили великую столицу. Русские строительные команды разобрали его камни, караванами перетащили свою Астрахань. А все остальное затянуло песок и время. Хотя нет. При Петре Первом был здесь почему-то устроен селитрный завод. И, конечно же, тоже из золотоордынского кирпича. Правда, через полвека и завод закрыли. Взамен него сегодня всего селитрное. Жители которого за два века доразобрали наличные нужды дома и завод, и золотоордынские остатки. И мы ходим по этому селу, как по какому-то захудалому перерожденцу золотоордынской столицы. И гадали, куда что ушло, да и было ли. Вьются чайки над автовой близ Литриного, над могильным чертополохом вековых развалин. И думается нам, исчез Итиль, исчез сарай Бату. Как непрочно все же эти гигантские, полукочевые, полуторговые империи. И значит, как они нечеловечны, раз обрекали на гибель и забвение такие труды, такие жизни. И как нам нужно знать их опыт, чтобы не следовать ему, чтобы избежать краха. Мы сделали небольшую прогулку на восток от Ахтубы. Начинающиеся казахские, а когда-то калмыцкие степи. И не нашли, конечно, ничего интересного, кроме окаменевшей земляной соли и обычных ордынских черепков.
Эта степь практически неизменной на тысячи километров катится на восток и юг, к Монголии и Китаю, откуда приходили все, в том числе и последние из степняков-завоевателей Айроты, называвшие себя калмыками. Пришли недавно, всего 300 лет назад, когда русские владели и Волгой, и Сибирью, и пришли, конечно, не робкими просителями. Ученые спорят о причинах этого прихода. То ли как буддийские диссиденты, отщепившиеся от языческой еще родины, то ли от давления Китая, то ли, напротив, от временных успехов Джунгарского ханства. Полтора столетия они жили между Уралом и Доном, фактически независимым ханством, хотя и с охотой вступая в союзнические отношения, но при случае и нападая на Россию, и оберегая свои границы. На такую независимость Аюки хана соглашался даже деспотический Петр. Сами калмыцкие ханы оставались в подданнических отношениях с родной Джунгарией, а освящение своей власти получали от Далай-ламы в Тибете. Таковы парадоксы мировой истории. В то самое время, когда Российская империя крепла и усиливалась на Западе и Востоке, китайские богдыханы имели право рассматривать Волгу и всю калмыцкую Европу частью своей поднебесной державы. Археологи Сарай-Бату подсказали, где можно найти калмыцкий хуру. И вот рейсовая ракета мчит меня в поселок Речное, в бывшую Тюменовку. Здесь стоит единственный на всей Волге и во всей Калмыкии буддийский храм. Впрочем, стоит он уже не в Калмыкии. Ведь, вернув в 56-м году из ссылки калмыцкий народ, территорию его республики сильно урезали. Фактически отрезали калмыков от Волги. В том числе и от старинного хашиутовского улуса вместе с его тюменовским хуровом. Теперь в единственном калмыцком поселке на Волге Саган-Ама живет единственный священнослужитель лама, да и тот полуподпольный. А в Речном стоит вот последний буддийский храм, но уже не калмыкам принадлежит, потому разбирается и уничтожается на глазах. Таковы результаты полуосвобождения калмыков из сибирского изгнания, только телом, но не свободной душой. Сегодня тюменовский хуру выглядит одиноким и даже неуместным среди русских технических пустырей. Не таким он был в недавнем прошлом. Особенно при своем создании. В начале прошлого века одним из героев Отечественной войны 1812 года князь Найоном, владельцем хашиутовского улуса и командиром одного из трех калмыцких полков Сербеджадом Тюменем. Тогда он был окружен садами и дворцовыми постройками, где князь принимал гостей из Петербурга и даже из Парижа, ведь известно, что сюда приезжал Александр Дюма. Сейчас мы видим только центральное храмовое здание Сюме. Еще недавно от Сюме отходили крыльями колоннады, как у Казанского собора в Петербурге. Они заканчивались угловыми башенками в тибето-монгольском стиле. Стены ограждали всю территорию вместе с жилыми зданиями для лам. Но теперь нет ни лам, ни зданий, ни стен. И только нам, наглядевшимся в том же 78-м году на бурятские досаны, легко представить былое по этим кадрам. Постройка хурула Сербеджад Тюмень славил калмыков, а в Петербурге перед правительством отстаивал их права и свободы. Тюменовский хуру был вместе с тем и памятником 1812 года, наравне с Казанским в Петербурге и Христом Спасителем в Москве. В нем хранились победоносные калмыцкие знамена. От тех же лет остались и калмыцкие песни,
Рубились мы с куцы черными французами ради защиты России. Защищали Россию, чтобы вечно установился мир. И стихи Федора Глинки. Я видел, как коня степного на сену пить водил калмык, и в Тюильри у часового сиял, как дома, русский штык. Кстати, специалисты видят в тюменском хуруле и промышленные задатки, ведь он сложен из местного кирпича. При формовке и обжиге каждый кирпич снабжался степным клеймом из нескольких луков со стрелами «Родовой тамгой». А ведь у них были под боком кирпичные развалины сарай-бату. Но, видно, для калмыков с их очистительным культом святого огня было правильнее научиться кирпичному обжигу новой глины для святого храма, чем, подобно воронам, подбирать кирпичную падаль золота ордынской столицы. А нравственность и огонь веры, как известно, всегда и всюду в подходящих условиях вели молодой народ к промышленному развитию. Сюме облезло, заколочено от входа, окружено грудами кирпичного боя и отбросами. И только под башенным входом можно увидеть уцелевшие фрагменты духовной живописи бурханов. И это тоже сторона культуры, наряду с письменностью, созданной зая-пандитом еще в 17 веке и дожившей в качестве официального калмыцкого письма до советской власти. В Ленинграде и Европе и сейчас хранятся многие сотни калмыцких рукописей, в основном религиозных, тибетских и индусских периодов. Тот фонд великой культуры, которую ламы вносили в сознание калмыков, а те своей жизнью в российский мир. Но что об этом можно узнать в наш век, в выжженной пустыне народных ссылок и государственного обезбоживания? Только рассказы о том, как эксплуатировали ламы бедных степняков, выманивая средства на ненужные хурулы и еще более ненужные молитвы. И все же есть свидетельства. В библиотеке всемирной литературы опубликована часть поэмы калмыцкого ученого Лхарамбы Бадмы Баавана «Услаждение слуха». После 18-летнего обучения в Тибете он стал ламой при петербургском хуруле и источником знаний для петербургских буддологов. Но за критику был отлучен от церкви, а в 17 году погиб в возрасте 30 лет. Пред собою ладони соединив, при чистой пище сыну помолимся. Погружен он в благостную нирвану, покровительствует всему сущему. Ради того, чтобы всюду люди радостно, одинаково жили. Буду я песни петь призывные, будоражить людские умы. Послушайте! Почитанием трех драгоценностей добродетель в мире умножится. Почитанием отца и матери благонравие всюду упрочится. Воздержанием от насилия жизнь живых на земле продолжится. Воздаянием всем обиженным возродим везде благоденствие. Коль неправую цель преследуют, добродетели все утратятся. Коли ложь возлюбить как истину, трудно речь вести о доверии. Коли вздор нести, суесловие, поубавится уважение. Коли бранных слов не удерживать, сохраним ли свое достоинство? Служба помощь народу верная, славу нам принесет, имя доброе. А своя корысть, своя выгода от худой молвы не защитница. А своей лишь мошне печальники не избудут напасти горести. Непомерным чванством да гордостью одного лишь позора доищешься.
друга доброго поучения с чистым сердцем надобно выслушать. От приятеля непутевого в отдалении держаться следует. Коль задумано дело нужное, так с умом его должно выполнить. А покуда цель не достигнута, придержать язык не мешало бы. Похваляться добродеяниями, не свершая их, опрометчиво. И кичиться своими знаниями, не имея их, опрометчиво. Быть усердным в деле несбыточном, то же самое, опрометчиво. Как беспрочного состояния богачом прослыть, опрометчиво. Закали в себе волю твердую и к наукам яви усердие. Справедливость признав святынью, к ней стремясь прояви усердие. Ради пользы, блага всеобщего, всем на радость яви усердие. Чтобы тратились с толком, с разумом все богатства, яви усердие. Пьянство приносит один лишь вред, стань образцом воздержания. Кости до карты, источник бед, стань образцом воздержания. Стоишь, что душою тебе не верна, лучше и вовсе не знайся. Если связалась с кем-то жена, с ней развязаться старайся. Накопитель нам добродетели, коль в продаже их не случается. 10 черных дел отвержения добродетелью называется. Благодать и вероучение ты сподобишься не поклонами, с добродетельными в общении, не с порочными ветрогонами. Будды заповеди блюдите, черных дел избегайте, миряне, и во имя его вершите только праведные деяния. Выполняя без упущений все обеты, все воздержания, вы сподобитесь, что свершатся ваши добрые начинания. Теперь калмыцкий хурул окружает унылое русское село. Унылое, наверное, из-за своего переселенчества. Что мы видим, как по задуманной добротности домов в одной казенной перспективе, так и по их какой-то бесхозности. Основная рабочая сила на помидорных полях – студенты и школьники, а самих жителей как будто нет. Лишь густой чертополох, бурьян равнодушие. Но в этой человеческой пустыне мне посчастливилось. Меня приметила и окликнула родная калмыцкая душа. Откуда только взялась? А просто увидела человека с фотоаппаратом рядом с ее сюме. Поспешила радостно навстречу. «Молодой человек, вы наш храм снимаете?» Объясняю, что да, специально приехал ради него. И как легко, как оживленно мы заговорили о нашем храме и о себе. Живет она, конечно, не здесь, на другом берегу Волги, а сюда приезжает, чтобы посмотреть храм поближе и помолиться. Рассказывает, что раньше при большом храме было еще 4 поменьше, и было очень красиво. И я догадываюсь, что это как раз разбор этих храмов и видел мой знакомый байдарочник 14 лет назад. Еще в 68 году 2 предела существовало, а сейчас, после реставрации, ничего от них не осталось. Тогда, в первый раз, и именно от калмычки Марии Наримановны, я услышал жалобы на русских реставраторов. Потом услышал их уже не раз от русских женщин. Со стариков собирали деньги на реставрации, но храм так и не открыли. И худо ему, и нам всем худо без него. Я спрашиваю, почему же вы не просили настойчивей? Как не просили? Очень просили, но не разрешают. Даже в музей нельзя. И я молчу, со стыдом понимая. Астраханским властям совсем не нужен калмыцкий дух и вера на их национальную гордость. Да и калмыкам тут делать с их точки зрения нечего. Еще долго тетя Мария благодарит меня за внимание к нашему храму. Ты мне, хороший молодой человек,
как сын, как племянник. Ушла, потом снова вернулась, преодолев все же стеснение, и попросил выслать ей карточку храма, чтобы можно было на него молиться, ведь икон никаких нет. И, конечно, осенью, что было тогда в моих силах, сделал. А тогда, на берегу Волги, в ожидании ракеты мы сидим рядом. Тетя Мария рассказывает о лютой жизни в Сибири, тяжелой лагерной работе на кирпичном заводе. Чуть не умерла там. И что сейчас не осталось родственников, старость пришла одинокая. И только мама вспоминается на Волге с ее молитвами и рассказами о чудесном прошлом. Нет, она почти ничего не знала о своей вере, ведь выросла при советской власти. И молитву слышала только в далеком детстве от мамы. А сейчас и рассказать не может, как молится, обращаясь чаще всего к матери Волге. И я так остро почувствовал всю безмерную важность этого нашего доверительного разговора, беседы о буддистской вере двух таких разных и все же близких, даже родных людей. Разговор почти без слов, на чувствах. Прощаясь с тетей Марией, через кладбище уходящей к своему храму, впитывая благовейное ее благословение, как будто сам стал немного калмыком, испытал необычайно душевный подъем и радость. Мои предки в незапамятное время, расседлав коней на Волжском берегу, помолились синей Волге на лугу. Вождь сказал в раздумье перед всеми: серебром звенит речная гладь, а бежит река, как конь рысистый. Силу может та вода придать человеку, словно чай душистый. Там, где предок мой поил коня, где в воде молился преклоненный, ныне Волга серебром звеня так же вдаль уходит просветленно. Слушаю заветы стариков, словно пью кумыс средь зноя лета. Стать певцом лишь тот джигит готов, кто внимает мудрости завета. Пусть играет на траве степной вольно сын твой, как волна весной. Пусть в степи гуляют сайгаки, словно волжской рыбы косяки. Где бы ни был, помни Волгу, мать, с нею жить тебе и побеждать. Но вернемся к своему путешествию на Спартаке к Астрахани и заглянем в одну из самых любопытных калмыцких книг, но уже нового, послереволюционного времени. Мудрёшкин сын Амур-Санана. Книга, которая дает очень много для понимания истории калмыков изнутри. Амур-Санан в своей недолгой жизни, 88-939 годы, был мальчишкой-пастухом, безродным и презренным орудом, и слугою калмыцкого князя Гахаева, и студентом-учителем, и выборным старшиной, калмыцким интеллигентом, а в революцию – членом исполкома и даже председателем калмыцкого совнархоза. Вот, например, как он пишет. «Для человека, заваленного делами, озабоченного злобами дня, полезна поездка на пароходе. Забираешься в каюту, все дела и заботы отходят в сторону. Ведь ничего нельзя подправить, мысль отдыхает и направляется совсем в иные стороны. Такую свободу порассуждать я почувствовал, когда в Астрахани уселся на пароход, чтобы ехать в Баку на съезд народов Востока, как представитель калмыков, где коммунистический интернационал призвал все народы к священной войне с английским империализмом. Но на этот раз
я задумался об ужасном калмыцком обычае, уродующем женскую грудь. Ведь калмыцкие девушки 12 лет носят безрукавные камзолы, которые туго стягивают грудь и не дают ей развиваться, причиняя сильные боли и вред здоровью. Необходимо было уничтожить варварские обычаи. Еще в 1918 году, будучи заведующим калмыцким РОНО, я повел агитацию, но встретился с железной стеной традиции. Тогда я запретил камзол силой, девицы втихомолку стали носить его. Принял репрессивные меры. Исключил из пансиона несколько девиц, но не повлияло и это на остальных. Ну а теперь я решил взять иной метод по возвращению в Астрахань. Для осуществления реформы калмыцкого женского костюма добились поддержки женотдела в Москве от Калантай, а вместе с ней и мануфактуры, и ниток на 20 тысяч калмыцких девиц. Декан медфакультета в Астрахани доктор Залкин научно обосновал мой проект. Комиссия выработала новый костюм в виде свободного с кокеткой платья, слегка суживающегося в талии, и закипела работа кройки и шитья. Дальше началась трудная агитация. К маю 21 года по аймакам стали развозить реформированный костюм. В Саросовском аймаке раздача была произведена с особой торжественностью. Собрали местный женский съезд и объявили о реформе костюма. Для этого все девушки 12-18-летнего возраста вошли в зал съезда, по удалению мужчин переоделись, а старые камзолы были сложены перед домом съезда и при дружном пении интернационала сожжены. Самый факт сожжения как бы закреплял уничтожение вредного костюма и с ним всех вековых предрассудков, причинявших большие несчастья нашему народу. В годы гражданской войны Амурсананс сыграл большую роль в создании калмыцкой советской автономии, что было непросто. Ведь в 17 году, самоопределяясь, они вместе со своим дворянством, духовенством и интеллигенцией высказались за переход на казачье положение. Когда же к власти пришли большевики с их продразверстками и разрушением церквей, калмыки вместе с казаками отшатнулись к белым. За немногим исключением в советской Астрахани вот, типа Амурсанана и донских калмыков типа Камдива Городовикова. В своей очередной поездке в Красную Москву и осажденной Астрахани Амурсанан добивается подписания Лениным обращения братьям-калмыкам с обещанием им автономии, амнистии и неприкосновенности калмыцких земель, лишь бы только все на борьбу с Деникиным. Но подействовать это обращение не успело, а может и не могло. Калмыки, особенно донские, от красного наступления уходили в 1920 году поголовно. Амурсанан пишет: «Картины 18 года стояли перед каждым из них. Бежать и спастись или остаться и быть убитым. Рассчитывать на милость со стороны большевиков, год назад рубивших калмыков, было трудно. Люди метались, теряли рассудок. Ужасную Голгофу невольного великого переселения калмыков Амурсанан описывает, цитируя в начале стихи из белогвардейской газеты южно-русского города. «Вчера у нас был карнавал, какого, смею поручиться, Париж ни разу не видал, не наблюдал ни Рим, ни Ницца. По нашим улицам ползли коврами крытые кибитки. В неведомую даль везли детей и женщин и пожитки. Неся с достоинством горбы, верблюды плыли вереницей. Сойдя с кибиточной арбы, шел их хозяин желтолицей».
Куда идет несчастный люд, свою родную землю бросив? За всех ответил мне верблюд, я коммунизма не приемлю. Ужасное свидетельство описания народного отступления самоубийства. Там пала лошадь, там издыхает верблюд, а сзади рвущаяся шрапнель. Снова серый день, и голод, и ругань бегущих русских. Черт еще навязал вас на нашу голову, и смерти, смерти, дети, старики. Куда ни посмотришь, беженцы и беженцы. Чашу горького страдания мы испили до дна. При виде красных нами обуревал животный страх. Мы были уверены, что они сейчас подойдут к нам и изрубят капусту. Ужасное свидетельство описания народного отступления самоубийства. Там пала лошадь, там издыхает верблюд, а сзади рвущаяся шрапнель. Снова серый день, и голод, и ругань бегущих русских. Черт еще навязал вас на нашу голову, и смерти, смерти, дети, старики. Куда ни посмотришь, беженцы и беженцы. Чашу горького страдания мы испили до дна. При виде красных нами обуревал животный страх. Мы были уверены, что они сейчас подойдут к нам и изрубят капусту. И вот заключительный рассказ какого-то добросердечного, уехавшего таки в Крым, казака, прокалмыков, круглолицых, солнышков. Сколько ни пропадали солнышки в дороге, до Туапсе добралось их немало. Перли на пароход почем зря. Их в нагайке они ревут белугою. «Матер черт!» — кричат офицерам. «Ты погоны снял, и кто тебя знат? А мой кадетский морда всякий большак видит. Да куды тут?» Когда отчаливали от мола, иные калмычки швыряли о камень своих детишек, а сами бросались в воду. «Вот дурные!» «Жалко подсолнухов! Мало их доберется до Крыма!» В своем трагическом исходе сальские калмыки погибли до половины. Немного ли бедствий для одного народа? И имеем ли мы право забывать хотя бы об одной из этих катастроф? В своей благостно-прилизной истории об извечно верном России и коммунистической партии народе? Нет. Не имеем мы права забывать размышления Мурсанана, записанные в 1930 году, и вопрос его: за что гибли? За что голыми ножками по холодной мартовской грязи шагали маленькие калмычата, когда на телегах везли вместе живыми трупы мертвых? За что на панелях городов с голоду, как осенние мухи, стаями умирали калмыки? Эти слова, не только сказанные, но даже напечатанные, не были услышаны. И народные гибели потому повторялись и в 20-е, и в 30-е, и в еще более страшные 40-е годы. И все эти беды от нас, от русских, нет, скорее от московских, столичных, когда человеческие цели подминаются и подменяются целями имперскими. Спасти народ может только беззаветная любовь к нему. И смелость истинных сянкюнов по Мурсанану, хороших людей, или настоящих коммунистов против уже коммунистов по Трифонову. Вспомним еще один эпизод из книги о Мурсанане, последний. Потому что после рыборегулирующего моста скоро покажется Астрахань и кончится наше путешествие по Волге и исторической Калмыкии. 14 октября 2020 года я говорил на заседании Политбюро ЦК, где присутствовали Ленин, Сталин, Бухарин и другие. Я хорошо знаю, что калмыки, независимо от перспектив на Востоке и Западе, революционных событий, хотят жить. Но когда ничего общего с революцией не имеющиеся, насилующие женщин, убивающие, грабящие темных калмыков и без нужды оскорбляющие религиозные чувства народа, выдают себя за истинных представителей советской власти, тогда
надо о происходящих на окраинных безобразиях говорить самому Ленину. Мы, идейные сторонники советской власти, не можем молчать и не довести об этом до сведения высших партийных советских инстанций. На места, захваченные белогвардейцами, приезжают корреспонденты английских газет, фотографируют развалины буддийских храмов, и эти снимки, как иллюстрации большевистского варварства и национального гнета, в миллионах экземпляров распространяют по всему буддийскому Востоку. Я говорил также о том, что калмыки совершенно разорены как гражданской войной, так и реквизициями. Разорены не только воюющими сторонами, но и соседними русскими крестьянами. Положение калмыков поистине крайне печально. Прикрываясь в летний зной и зимний стужу грязными овчинами, обсыпанные паразитами, не имея продуктов, лишенные единственного их достояния скота, калмыки стоят перед лицом физического исчезновения. Я говорил горячо, волнуюсь, стучал кулаком по столу. Сидевший позади меня товарищ Кожев несколько раз дергал меня за полу пиджака. Когда оборванный на мгновение Крестинским я остановился, Ленин, прищурившись, как бы сыпля глазами дробный смех, посмотрел на меня и сказал: «Не обращайте внимания, продолжайте». Я кончил. Тогда Ленин сразу же в упор поставил мне вопрос: «А как калмыки относятся к советской власти?» Я кратко сформулировал свой ответ. Калмыки говорят: «Был большой чума, прошел. Был большой холера, прошел. А большевик не проходит». Тут все расхохотались, в том числе и Ленин. Сознание темного калмыка, продолжал я, большевизм, революция, гражданская война преломляются как болезнь, гораздо худшая, чем страшная чума или холера. Ленин в своем резюме сказал: «То, что говорил представитель калмыков, вопиющее явление. Необходимо принять меры к ликвидации его». И результатом этого заседания было постановление Политбюро ЦК признать необходимым проведение в жизнь автономии в первую очередь для калмыков, назначить строжайшее расследование злоупотреблений и насилий, совершенных местным русским населением по отношению к восточным народам, в особенности калмыкам, и подвергнуть виновных наказанию, предложить участникам совещаний внести в ЦК партии список лиц, принадлежащих народам Востока, амнистирование коих, по их мнению, желательно.